Черемхово, 8 двухэтажных быстровозводимых домов в районе улицы 2 Стахановская, начали возводить в июле. Завершить строительство планируется к 1 декабря 2021 года. В доме расположены 64 квартиры, их получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подавшие заявление на предоставление жилых помещений и достигшие совершеннолетия. Об этом 26 августа 2021 года сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Порядка 400 человек стоит сегодня в очереди, и эту проблему нужно решать. Мы для себя сформировали уже подходы на будущее, понимаем, что есть приобретение квартир, но сегодня именно спрос, который имеется, мы хотели бы, к сожалению, дефицит предложений говорит об увеличении стоимости за квадратный метр. Мы сделали все прогнозы и экономические показатели, понимаем, что нам лучше все-таки строить. И при наличии все-таки базы есть здесь, посмотреть ее дальше надо развивать. Мы эту тему тоже сегодня затронули. Мы продолжаем строительство домов для детей-сирот. И на следующий год у нас уже больше 200 квартир мы все-таки планируем приобрести для детей-сирот. Ну и в целом, если такая ситуация пойдет, конечно, Черемхово может объединиться с Черемховским районом. И дальше вот эту ситуацию в целом нужно снижать как напряженность. Мэр Черемхова Вадим Семенов отметил, что в дальнейшем рядом с новыми домами планируют построить еще 24 таких объекта. В них смогут переехать 192 человека. Отметим, в этом году в Иркутской области на обеспечение жильем детей-сирот направлено более 1 000 000 000 рублей. На эти средства будут приобретены более 500 квартир во всех территориях области, а также сделаны социальные выплаты на приобретение жилья для 160 человек. Форму социальной поддержки ее получатели определяют самостоятельно.